Так, ребят, покрасил я Мазду RX-7. Вот такая она у меня будет. Золотой матовый. Осталось доклеить декали. Потом пройтись еще слоем лака. И собрать саму модель. Потому что все остальное уже готово. Сейчас я вам покажу. Вот диски маздовские будут. Это я говорю сразу не с набора диски. Это я заказывал отдельно. Ссылку в описании кину откуда. Так, скоро вот это будем использовать. Так, остекление еще не сделаю. Именно маски. Обводку вот эту. Что масок в наборе нету, буду сам делать. Вот так, что еще? Вот вам наша подвеска. Это так. Детали салона, руль, центральная панель, все уже, можно сказать, покрашено. Единственное, что забыл, зеркала заднего вида загрунтовать и покрасить, но это не проблема. Так. Вот. Это двигатель наш. Не до конца доделаем, но скоро доделаем. И сама трансмиссия. Вот как-то так. Салон. Салон будет двухцветный. Сиденье хочу в центр покрасить либо желтым, либо оранжевым, скорее всего желтым будет покрашено. Черным матовым покрашено, как видите. Так, вот что, ребят, по поводу крауна. Я брал с собой две модели на покраску, в итоге покрасил одну, так как крауна я с первого раза не покрасил. Потому что краску жидко развел, потом приехал домой, снял краску, на следующий день поехал и опять накосячил. Сейчас я вот так вот. Ну, вот думаю, пока заберу мазным, вместе с ней буду собирать экран. Отдельное видео по крану выйдет, потому что скорее всего буду делать тогда уже по мазде видео. Сейчас по мазде будет, скорее всего, вот это видео и еще одно, и на том видео уже все будет, скорее всего, готово. Ну